Здравствуйте, уважаемые студенты. Сейчас у нас занятие по русскому языку. Занятие ведет преподаватель кафедры узбекского и русского языков Эргашева Дильфуза Камилова. Практическое занятие номер 3. Наша грамматическая тема – винительный падеж, родительный падеж, форма винительного падежа и родительного падежа существительных в единственном и во множественном числе. А лексическая наша тема – распорядок дня. Родительный падеж. Родительный падеж в русском языке – это косвенный падеж, который выражает значение предмета, а также субъектные или объектные отношения. Существительные в родительном падеже сочетаются с предлогами «без», «от», «до», «около», «из», «с», «у», «возле», «подле» и отвечают на вопросы «кого», «чего». Примеры существительных в родительном падеже – книга кого? Друга. Чтение чего? Романа. В следующей таблице собрали возможные окончания существительных в родительном падеже для разных склонений. Ну, для начала давайте посмотрим. Родительный падеж. Вопросы кого чего? Вспомогательное слово нет. Нет кого? Нет чего? Предлоги, как мы уже сказали, это без, у, от, до, из, для, с, около, вокруг, между, после. В предложении это второстепенный член. Окончание. В первом склонении и, ы, во втором склонении а, я, в третьем склонении окончание и. Более подробно мы это сейчас изучим в следующем слайде. Вот посмотрите, пожалуйста, вот в этом слайде видно существительные всех трех склонений, какие имеют окончание в единственном числе и во множественном числе. Первое склонение. Как вы знаете, в первом склонении, к первому склонению относятся существительные мужского и женского рода на «а-я». Например, «земля», «весна», «дедушка». В родительном падеже нет кого? Дедушки. Нет чего? Весны. Нет чего? Земли. Как вы заметили, окончание «и», «ы». Во множественном числе нет чего – земель, нет чего – весен, нет кого – дедушек. Существительные имеют нулевое окончание. Второе склонение. Ко второму склонению относятся существительные мужского рода без окончания, ну, например, это «друг», «кот», «фонарь». И существительные среднего рода, которые оканчивают на «о», «е». Например, «лукошко», «поле», «строение». Обратите внимание, в единственном числе какие имеют окончание существительные второго склонения. Нет кого – друга, нет чего – кота, нет чего – фонаря, нет чего – лукошко, поля, строения. Окончание, как вы заметили, «а», «я». Теперь посмотрим, какие окончания имеют существительное второго склонения во множественном числе. Нет кого – друзей, кого – котов, чего – фонарей, лукошек, полей, строений. Окончание – «ей», «ов», «и», а также нулевое окончание, как в примере, например, со словом «лукошек». Нет чего – лукошек. Окончание нулевое. Существительное третьего склонения. Существительное третьего склонения – это существительное женского рода, которое оканчивается на мягкий знак. Например, тетрадь, ночь. Нет чего – тетради. Нет чего – ночи. Как вы заметили, окончание «и». Во множественном числе нет чего – тетрадей. Нет чего – ночей. Окончание «ей». Также обратите внимание на окончание разносклоняемых существительных. Нет чего – времени, нет чего – семени, нет чего – пути, нет чего – дитяти. Окончание «и». Во множественном числе эти существительные имеют нулевое окончание, а также окончание «ей». Нет чего – времян, нет чего – семян, нет кого – детей, нет чего – путей.
Для закрепления давайте разберем предложение. Предлоги из, из-за, из-под, для, после, без, возле, около, от, до. Первое предложение. Машина выехала из-за угла. Машина выехала из-за чего? Из-за угла. Угла – это существительное родительного падежа. Второе предложение. Мышка выбежала из-под стола. Мышка выбежала из-под чего? Из-под чего? Из-под стола. Стола – это существительное в родительном падеже. Третье предложение. Сын купил подарок для мамы. Сын купил подарок для кого? Для мамы. Мамы – существительное в родительном падеже. После школы я занимаюсь футболом. После школы… Так, после чего? После школы. Школы – это существительное в родительном падеже. Ручка упала со стола. Ручка упала с чего? Со стола. Стола – это существительное в родительном падеже. У Наташи день рождения. У кого? У Наташи. У Наташи – это существительное в родительном падеже. Я живу у бабушки. Я живу у кого? У бабушки. Бабушки – это существительное в родительном падеже. Также девочка стоит у доски. Девочка стоит у чего? У доски. У доски – это существительное в родительном падеже. Обратите внимание на окончание существительных разных склонений. Следующий падеж, который мы должны с вами сегодня изучить, это винительный падеж. Винительный падеж в русском языке – это косвенный падеж, который выражает объект действия. Иными словами, на кого или что направлено действие. Винительный падеж сочетается с предлогами «в», «за», «на», «про», «через» и отвечает на опросы «кого», «что». Примеры существительных в винительном падеже. Переписать что? Диплом. Слушать что? Музыку. Ждать кого? Друга. Слова в винительном падеже имеют особые падежные формы, которые отличаются у одушевленных и неодушевленных существительных, как видно в этой таблице. Посмотрите, пожалуйста. Винительный падеж. Слово «помощник» – «вижу». «Вижу кого?» – «вижу что?» Предлоги винительного падежа. «В», «во», «на», «под», «про», «через», «за». Член предложения второстепенный. Обратите внимание, пожалуйста, какие окончания имеют существительные в разных склонениях – первого, второго и третьего. Первое склонение – это существительное мужского и женского рода, которое оканчивается на «а-я», например, «мама», «тетя», «машина», «песня». «Вижу кого?» – «маму». «Вижу кого?» – «тетю». «Вижу что?» – «машину». «Слышу что?» – «песню». Второе склонение – это существительное мужского рода без окончания и средний род на ОЕ. Например, «вижу кого?» – «брата». «Вижу кого?» – «короля». «Вижу что?» – «стол». «Вижу что?» – «окно». Третье склонение – это существительное женского рода с окончанием «мягкий знак». «Вижу что?» – «брошь». «Вижу что?» – «соль». «Вижу кого?» – «дочь». Посмотрите, пожалуйста, сейчас я вам зачитаю предложение. Винительный падеж обозначает прямой объект. Например, она делает что? Расчеты. Расчеты – это существительное в винительном падеже. Он читает новости. Он читает что? Новости. Новости – существительное в винительном падеже. Она пишет письмо. Письмо. Он покупает что? Шоколадку. Шоколадку. Существительное в винительном падеже. Она показывает дорогу. Она показывает что? Дорогу. Дорогу. Существительное в винительном падеже. Она ищет ключ. Она ищет что? Ключ. Ключ. Существительное в винительном падеже. Он читает лекцию. Лекцию. Они ведут переговоры. Переговоры. Существительное в винительном падеже. Значит, существительные в винительном падеже отвечают на опросы «кого» и «что». «Кого», если предмет одушевленный, «что» – неодушевленный. Напишите слова в винительном падеже. К
Как вы видите, здесь 20 слов. Необходимо каждое слово поставить в винительном падеже. Ну, для начала мы должны использовать вспомогательное слово и ответить на вопрос. Вижу кого? Дочку. Вижу что? Мясо. Вижу что? Ветер. Вижу кого? Человека. Вижу что? Песню. Вижу кого? Мужа. Что? Ночь. Что? Брочь. Что? Сон. Кого? Тетю. Кого? Дядю. Кого? Грача. Что? Зеркало. Кого? Учителя. Что? Город. Что? Машину. Кого? Олю. Кого? Марка. Что? Парк. И вижу, что? Кровать. Как вы заметили, существительные разных склонений имеют разные окончания в винительном падеже. И какие нужно ставить окончания, мы с вами разобрали в предыдущих слайдах. Сегодня у нас новая тема, которая называется «Распорядок дня». Прежде чем мы с вами прочитаем текст, давайте с вами разберем новые слова. Пройдем словарную работу. За 10 минут до звонка. Кунгрогача эндакака колганда. Ежедневно харкуна. Полночь в 12 часов ночи. Распоряжаться бошкармок. Режим дня кунтартабы. Строго, точно. Текст «Распорядок дня». В день у каждого человека есть множество дел, которые нужно выполнить. А для того, чтобы успеть сделать все дела, нужно уметь правильно распоряжаться своим временем. Это я понял, когда стал учиться в институте. Раньше я ложился спать после полуночи, вставал утром поздно, не успевал завтракать, опаздывал на занятия, у меня не было времени на отдых. Но вскоре я научился распределять свое время. Я понял, что нужно строго соблюдать режим дня. Теперь каждый день, кроме воскресенья, я просыпаюсь в 6 часов 30 минут. Встаю, открываю форточку, убираю постель, включаю музыку и делаю зарядку. Потом я умываюсь, чищу зубы, одеваюсь, причесываюсь, завтракаю и успеваю повторить часть заданий. Занятия начинаются в 8 часов 30 минут. До университета нужно ехать на автобусе 4 остановки. Поэтому, чтобы не опоздать, я выхожу из дома в 7 часов 50 минут. Дорога в университет занимает у меня полчаса. Ежедневно у нас в институте бывает 6-8 часов занятий. После каждого занятия 10-минутная перемена. Большая перемена продолжается 45 минут. Во время нее мы обедаем в столовой или в буфете. После занятий полтора часа я занимаюсь в библиотеке, затем возвращаюсь домой. Два раза в неделю хожу на тренировки, увлекаюсь боксом. В другие дни помогаю маме по дому, меняю воду у рыбок, выбрасываю мусор, протираю пыль, поливаю цветы, хожу в магазин и тому подобное. Моя мама работает целыми днями и очень устает. Около 7 часов мы садимся ужинать. После ужина в течение 2-3 часов я готовлюсь к занятиям следующего дня. Затем, в зависимости от времени, иду спать или отдыхаю перед сном. Читаю газеты, книги, смотрю телевизор, сижу в интернете. Спать я ложусь всегда в 11 часов 30 минут. Иногда в субботу или воскресенье мы с друзьями ходим в кино, театр, на концерты, но не очень часто. Благодаря хорошему распорядку дня мне хватает времени на учебу и отдых. После текста обычно даются вопросы. Сейчас я вам прочитаю вопросы, а вы попробуйте на них ответить. Первый вопрос. Что должен уметь каждый человек? Второе. Когда это понял рассказчик? Третье. Когда обычно просыпается рассказчик? Четвертый вопрос. Чем он занимается до выхода в институт? Пятый вопрос. В какое время начинаются занятия в институте?
Шестой. Во сколько рассказчик выходит из дома? Седьмой. Сколько времени затрачивает он на дорогу от дома в институт? Сколько часов занятий бывает ежедневно? Девятый. Какова продолжительность перерывов? Десятый. Куда отправляется рассказчик после занятий? Одиннадцатый. Что он делает, возвратившись домой? Двенадцатый. Каким видом спорта он увлекается и как часто ходит на тренировки? Тринадцатое. В какое время он обычно ужинает? Четырнадцатый. Сколько времени отводит рассказчик на подготовку к занятиям следующего дня? Пятнадцатый вопрос. Чем рассказчик занимается по вечерам в свободное время? Шестнадцатый. Когда он ложится спать? Семнадцатый. Как он и его друзья отдыхают в субботу и в воскресенье? Восемнадцатый. Благодаря чему рассказчику хватает времени на учебу и отдых? Давайте с вами выполним упражнение. Прочитайте пословицы и поговорки. Скажите, в каких ситуациях можно их употребить? Первое. Порядок время бережет. Второе. Время – деньги. Третье. Всему свое время. Четвертое. Скучен день до вечера, коли делать нечего. Следующее. Ушедшего времени не вернешь. На завтра не откладывай то, что можно сделать сегодня. Следующее задание. Переведите узбекские пословицы на русский язык. Вахт омат. Ишнинг омады өз вахты. Вахтин кетті, нахтин кетті. Азоп көрмай, рохат йок. Өткан күн топылмаз, келар күн сотылмаз. Өткан умыр, өтілган өк. Хар бір ішнің вақты бор, вақ білганың бақты бор. Давайте выполним с вами лексико-грамматические упражнения. Закончите предложение, используя слова в скобках. Это комната кого? Брата. Это кабинет кого? Декана. Это компьютер кого? Подруги. Это дочь кого? Сестры. На этом этаже нет аудитории. В этом городе нет музея. У меня нет братьев. Завтра не будет собрания. У него не было времени, денег. Следующее упражнение. Используя образец, дайте отрицательный вариант предложения. На улице дождь. На улице нет дождя. В стакане есть вода. В стакане нет воды. В подъезде есть лифт. В подъезде нет лифта. У водителя есть талоны и карточки. У водителя нет талонов и карточек. В театре есть буфет, в театре нет буфета. В газете есть программа передач на эту неделю, в газете нет программы передач на эту неделю. Скажите, пожалуйста, у вас есть тетради в клеточку? Нет, у нас нет тетрадей в клеточку. Упражнение номер три. Ответьте на вопросы, используйте слова в скобках. Кого вы ждете здесь? Мы ждем друга и подругу. Второе. Кого вы видели на улице? На улице мы видели декана и преподавателя. Третье. Кого вы любите слушать? Мы любим слушать певца и певицу. Кого он ждал вчера в поликлинике? Он ждал вчера в поликлинике врача и медсестру. Кого мы встречаем в университете? Мы встречаем в университете студентов, студенток, профессоров, преподавателей. Кого мы слушаем на концерте? Мы слушаем на концерте артистов, артисток, писателей, поэтов. Третье. Кого мы приглашаем в гости? Мы приглашаем в гости друзей, подруг, товарищей, соседей.
Кого ты никогда не забудешь? Я никогда не забуду родителей, учителей, братьев, сестер. На этом наше занятие заканчивается. Домашнее задание для вас, уважаемые студенты, это написать свой распорядок дня. Спасибо за внимание.